Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Всем». А это значит, море разнообразной, интересной информации вам обеспечено. Коротко о главных темах выпуска. В Орленке прошло грандиозное морское шоу. В нем приняли участие более 1000 взрослых и детей. Пример здорового образа жизни подавал генеральный директор центра. Ремонт тротуаров федеральной трассы вдоль поселка Новомихайловский продолжается. Негодование жителей и гостей поселка работу не остановит. После Ильина дня купаться в реках считается грехом. Исследование воды в Нечепсухе показало наличие фекальных загрязнений. Олимпийская сборная по настольному теннису готовится к главному спортивному состязанию в Туапсинском районе. 8 августа 6 лучших теннисистов отправятся в Грецию. В этом летнем сезоне во Всероссийском детском центре «Орленок» появилось еще одно грандиозное шоу. К фестивалю визуальных искусств добавился морской спортивный праздник. В ярком, занимательном действии принимает участие весь коллектив центра. Одновременно более 1000 взрослых и детей занимаются спортом. Наш первый материал с пляжа «Орленка». Вот так зажигательно начинается спортивный праздник в Орленке. На пляже центра более 1000 участников. Все рвутся в бой. Пример подают призеры чемпионата Советского Союза и Европы, мастера спорта по мотогонкам. Среди них генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. Для ребят Александр Васильевич не просто генеральный. Он партнер по спорту и старший товарищ. Дорогие друзья, мы начинаем этот замечательный праздник. И мы с моим товарищем решили тряхнуть стариной в определенном смысле. Мы этим хотели показать, что, чтобы достичь чего-то в жизни, нужно быть здоровым и сильным. Феерия начинается. Ребята семи лагерей центра вступают в борьбу. Пляж «Орленка» превращается в огромную спортивную площадку. Уличный баскетбол, пляжный футбол, волейбол, водная и встречная эстафеты – это не полный список всех состязаний. К празднику подготовились основательно. Придумали даже свой вид спорта – водное регби, синтез водного пола и американского футбола. Напоминаю, что идет последний день нашего водного праздника. И вновь неожиданность. Орлятским берегам приближается спортсмен на водных лыжах. В нем орлята узнают своего генерального. Александр Джеус сменил спортивное амплуа. Награды находят своих героев. Победители получают грамоты, сладкие призы и фотографию на память. Ликуют все – и взрослые, и дети. Главная цель праздника выполнена. Теперь каждый орленок знает – здоровый образ жизни – это залог успеха. Вообще, мне кажется, праздник удался. Праздник удался. Спасибо. Спасибо. Алексей. Лето в самом разгаре, вот по народному календарю. 2 августа на Ильин день наступила осень. Мудрость гласит, на Илью до обеда лето, а после обеда осень. В России после Ильина дня вода в реках охлаждалась и купаться считалось грехом. Как обстоит дело в наше время и в нашем регионе? Съемочная группа телекомпании «Орленок ТВ» проводит исследование воды в реке Нечепсуха. В реке Нечепсуха за гаражами во втором микрорайоне любят купаться дети. Говорят, до моря ходить далеко. Да и с дамбы там не попрыгаешь. Кроме того, на берегу есть залежи полезной для кожи голубой глины. Поэтому купание можно совместить с косметическими процедурами. В море сейчас говорят, что труб кишечной какой-то палочки обнаружили. Купаться нельзя, но это не тоже на море. На море отдыхающих много, они там. Море грязнее, чем речка. Но способность реки к обеззараживанию намного меньше, чем море. В ней нет факторов, которые губительно действуют на вредные микробы. Это соленая вода, животные фильтраторы и постоянное перемешивание глубинных и поверхностных слоев. Кроме этого, руку прикладывают люди. То, что вы видите, плавает рядом с детьми. Но не все можно узреть невооруженным глазом. Любая вода хранит вредные микроорганизмы. Проведем исследование. Для этого врач-бактериолог Нина Трайкович берет пробу в том месте, где купаются дети. Затем перемещаемся в бактериологическую лабораторию. Для накопления микроорганизмов исследуемую воду помещают в жидкие питательные среды. Произошло изменение цвета индикатора. Даже можно видеть газообразование и помутнение среды с
нашей водой, что уже говорит о предварительном, можно сказать, что предварительно в этих пробах воды имеется фекальное загрязнение. Специалисты отмечают, наличие кишечной флоры в летний период – явление обычное. Причина – купание большого количества людей в водоеме и канализационные стоки, которые спускаются выше по течению. Купаться в Нечепсухе можно, а пить из нее нельзя. Попадание речной воды в организм может привести к кишечным расстройствам. Анна Рыжонина, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». Если верить классику русской литературы, в России всегда были две проблемы – дураки и дороги. Справиться со второй решили в Новомихайловском округе. В самый пик курортного сезона на федеральной трассе вдоль поселка Новомихайловский начали ремонтировать тротуары. О том, как строят и почему – наш следующий репортаж. Почти месяц на федеральной трассе вдоль поселка Новомихайловский идут ремонтные работы. Сотрудники закрытого акционерного общества «Автогрейд» из города Тихорецк обновляют тротуары. Бригада из 18 человек трудится без выходных – с 6 часов утра до 8 вечера. Меняют старые бордюры, выкладывают новый асфальт. Последний этап – уплотнение еще горячего дорожного покрытия виброплитой. То, что ремонтируют, это хорошо, вот таким образом это происходит, то есть ходить невозможно практически. Причем как бы довольно продолжительный участок. Зимой ничего не делают, а летом, когда приезжают отдыхающие, ходят по горам на этих насыпи. Да, тоже вот как-то так. И внешний облик города тоже об этом сказывается, да. Впечатление остается. К тому же ходить по тротуарам опасно, особенно в темное время суток, когда улицы освещаются только фарами автомобилей. Посмотрите, что творится на дорогах. Все хотят приехать в это время на море отдохнуть, а у нас везде пробки. День как минимум одна авария. На этом часто ездите? Каждый день. Мы здесь живем. Два раза. Специалисты-ремонтники говорят, что все понимают и просят прощения за причиненные неудобства. Но продуктивная укладка асфальта требует особых погодных условий. Должно быть сухо и жарко. То есть зимой асфальт не ложит. Если осадки, то ложить нельзя. В планах управления федеральных автодорог продолжение работы. Первый этап подходит к завершению. Впереди реконструкция второй стороны тротуара и самой трассы. Анна Рыжонина, Сергей Черников, телекомпания «Орленок ТВ». Не так давно во Всероссийский детский центр «Орленок» прибыл студенческий строительный отряд «Титан». В его составе 25 юношей и девушек из разных регионов Российской Федерации. Молодым строителям доверена реконструкция двух объектов центра. И это не случайно. Если заглянуть в историю студенческого строительного движения, то станет ясно, она неразрывно связана с историей «Орленка». Подробности возрождения студенческого строительного движения в репортаже Георгия Молодцова. Рождение трех российских строительных отрядов произошло в феврале 2004 года. Тогда на первый всероссийский студенческий слет в Москве собрались представители всех регионов России. В их числе самый большой педагогический отряд страны из Всероссийского детского центра «Орленок». Прошло почти полгода. Студенческие отряды в полную силу работают в разных уголках нашей страны. Один отряд выехал на Соловки, другой – на Байкало-Амурскую магистраль, а третий находится в Орленке. Молодые строители занимаются реконструкцией пешеходной лестницы между пожарной частью и фабрикой-кухней. Параллельно с этим возле пляжа сотрудников создают площадку для летнего кафе. Ребята успевают совмещать строительные работы и отдых на берегу моря. Я был в лагере, даже в хороших, но вот здесь, конечно, круто. Паша в Орленке не в первый раз. Еще ребенком он отдыхал в детском лагере «Солнечный», а сейчас вернулся уже в качестве бойца стройотряда. Первым делом по приезду он посетил родной лагерь, а потом уже принялся за работу. Ну, возвращаться, конечно, было интересно. Просто проезжая мимо, я, в общем, смотрел, вспоминал, как ехал сюда много лет назад, и все изменилось, конечно, в лучшую сторону. Строительный отряд «Титан» состоит из студентов практически всех регионов России. В отряд ребята идут не только для того, чтобы подзаработать. Работая в разных регионах, бойцы получают возможность отдохнуть на море, познакомиться с новыми людьми и приобрести строительные навыки. Как говорится, «Орленок» всех собрал нас здесь вместе, поэтому, я думаю, это очень останется у них в памяти навсегда. В «Орленке» строительному мастерству учились еще в советские времена. Многие здания в детском центре построены силами студенческих стройотрядов. Тогда это движение было на подъеме, а сейчас, спустя 45 лет, оно возрождается и именно в Орленке.
Георгий Молодцов, Семен Смородин, телекомпания «Орленок ТВ». Жители Новомихайловского округа вновь бьют тревогу. В подъездах многоквартирных домов участились утечки газа, а обслуживание газовых емкостей не соответствует принятым нормам. Кто виноват в создавшейся ситуации? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале. В феврале 2004 года дом 6 2 микрорайона лишился одного подъезда. По официальной версии, причина – взрыв газа. Погиб один человек, пострадало четверо сотрудников горгаза. Жильцы 20 квартир до сих пор не имеют жилья. Это последствия. А такой может быть причина новой беды. Это газовые емкости. Доступ к ним свободен. Изредка сохранившиеся замки ничего не запирают. А железная проволока – единственное средство защиты столь важного объекта. Обои совсем калитка открытая. Кому не лень, заходят, бомжи здесь ночуют, машины всякие тут подъезжают, вокруг ночуют. Особенно летом туалет устраивают. Вот. Мы здесь, как жители давнишние, нам это все надоело. Живем на пороховой бочке. Емкость у дома 24 по улице Ленина содержит сжиженный газ для 5 домов. В 2002 году в одном из них произошел взрыв газа. Тогда тоже пострадали люди. Многие квартиры нуждались в ремонте. Теперь жители боятся нового несчастья. Говорят, что территорию, где разместились емкости, уже облюбовали бомжи. Здесь унесли постели, подушки, все было. Спят, утром одеваются, идут в чистеньком на море. А в основном все здесь было. Внешний вид емкости вызывает тревогу. Дверцы проржавели и движутся с трудом. Кожухи испарителей еще стоят, но сохранились с них только непонятные стрелки. Специалисты утверждают, что в наших условиях это оборудование никогда не действовало. Предназначено для работы при низких температурах. А посему сохранилось как музейная редкость. Но то, что функционирует вот постоянно, видите, как имеет такой же неприглядный вид. Все. Это же надо хозяину тут быть, хозяину. Надо все смотреть, покрасить где-то. Или что тут делать, мы-то не знаем. Вы посмотрите, это я не знаю. В городе так находится, вот в таком состоянии, газовая колонка. Нет, наверное. Поэтому мы все требуем, чтобы нам здесь это устроили, покрасили, побелили, чтобы был порядок. У нас еще и люди, понимаете, так, что получается, что и мусор у нас складируют в емкостя. А замки вешать – это практически бесполезно. Мы сколько не вешали замки на емкостя, кто их срывает, понимаете, это просто-таки, это бич. Потому что срываются замки, что хотят люди увидеть в этом емкостях, непонятно. Все газовые емкости Туапсинского района обслуживают 2 человека. Причина проста – уборка и ремонт оплачиваются мало. Например, за покраску 1 метра газопровода работник получает 1 рубль. Отсюда и проблемы. Вот сейчас на август месяц запланирован выезд этой бригады сюда, именно в наш район. Вот в Михайловка, Джубга. Будем выбирать самые такие емкостя, которые более такие плохие, вот как люди жалуются и говорят, и будем ремонтировать. А пока у газовых емкостей собираются подростки. Подолгу засиживаются на лавках, по вечерам играют в футбол. Местные жители рассказывают, что для этой цели мальчишки сняли один из пролетов ограждения. Бьют в ворота, а попадают в газовую емкость. Ирина Калищук, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». Точно знаете, из чего состоит колбаса, которую вы едите? Давайте проверим. Мы используем только отборное мясо и специи. Мясо-птицекомбинат «Каневской». Не верите? Попробуйте сами.
На Государственном совете, недавно прошедшем в Геленджике, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев вынес предложение перенести летние школьные каникулы для учащихся северных регионов на период с июля по сентябрь, чем расширить рамки пребывания детей на отдыхе. Министерство образования одобрило эту инициативу, а мы решили выяснить, что думают по этому поводу гости и жители Новомихайловского округа. Александр Ткачев предложил для северных детей изменить график каникул, то есть перенести с июня на июль-сентябрь. Ваше мнение по этому поводу? Ну, мы не против, потому что жара вроде как спадет. Ну, в сентябре еще тепло, так что, конечно, и отдыхающих поменьше, и вода почище будет. С одной стороны, даже очень хорошо, потому что у нас лето, оно и в сентябре есть. Но с другой стороны, эти дети будут выбиваться из общей программы обучения. Не, мне устраивают, которые с июня, июля, август. В общем-то, это было бы удобно. Пусть дети чем больше отдыхают, тем лучше. Да я пока не знаю, у меня еще только внуки подрастают. Тут жара началась, а у нас там прохладно. Так что каникулы очень даже хорошо, если перенесут так. Мне кажется, это правильное решение. По статистике, 80% российских школьников используют время летних каникул для зарабатывания средств. Добрая половина этих процентов – юные жители Черноморского побережья. Они рано уясняют мысль «волка ноги кормят» и весь курортный сезон трудятся наравне со взрослыми. Реалии детского труда и букву закона сравнивала наш корреспондент Алена Скрыпник. Рабочий день с 8 утра до 8 вечера. Выходные не предусмотрены. За 5 минут необходимо обслужить более 10 покупателей. Но Ирине Коваленко не привыкать. Уже второе лето девушка самостоятельно зарабатывает деньги. Теперь она студентка. Говорит, средства нужны на учебу и мобильный телефон. Помощь у родителей просить стыдно. Надо же все-таки родителям помогать, уже сами должны зарабатывать. По статистике, 80% подростков согласны самостоятельно зарабатывать деньги. Закон Российской Федерации разрешает детям работать с 14 лет. Светлане Табановой 12. Работает с начала летнего сезона. Сколько рабочий день длится? С скольки до скольки длится? С 9 до 9. Светлане приходится работать без перерыва 12 часов в сутки. В этом отношении закон строг. Продолжительность ежедневной работы для подростков не должна превышать 5 часов. Заветное желание Светланы – самой оплатить покупку учебников. Правда, до 1 сентября, как говорится, дожить нужно. Пребывание на солнце в течение 12 часов не может не сказаться на здоровье девочки. Ответственность за нарушение трудового кодекса лежит на предпринимателях. Законодательством предусмотрены наказания. Административный штраф от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда, дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. Алена Скрипник, Семен Смородин, телекомпания «Орленок ТВ». А в Орленке уже готовятся к новому учебному сезону. Здесь открывается необычная школа. В ней учат не детей, а педагогов. С 1 июня по 31 августа администрация Всероссийского детского центра «Орленок» проводит российский конкурс молодых специалистов на право работать в центре. Срок обучения 1,5 месяца. В итоге слушатели получают сертификат о повышении квалификации и возможность обучения в социально-педагогическом центре «Орленка». Можешь стать вожатым, если тебе уже есть 18 лет. Ты уверен, что плохих детей не бывает, что они самые интересные существа на планете. Ты никогда не впадаешь в панику при виде медуз, жучков и царапин на коленках. Знаешь тысячи ответов на 1001 вопрос. Если все это так, тогда из тебя может получиться классный вожатый. Твое изначальное месторасположение на планете не играет никакой роли. В Орленок приезжают вожатые со всех уголков страны. Работать невероятно выгодно. Во-первых, ты целый год проводишь на Черном море. Во-вторых, тебе предоставляется трехразовое питание, медицинское обслуживание и охрана. Причем совершенно бесплатно. И, наконец, самое главное, тебе не скучно. Твой досуг всегда профессионально организован. Не хватает педагогических знаний – не беда. Во Всероссийском детском центре «Орленок» есть уникальная школа – школа педагогических работников. Умелое сочетание теории и практики, и ты готов выйти впервые на отряд. Буря эмоций тебе обеспечена. Проверено на практике. До самого мгновения увидеть их, я не знал, у меня в душе не знаю, что творилось. Вместе с мальчишками и девчонками из твоего отряда ты будешь открывать мир заново. Больше нигде ты не получишь столько возможностей проявить себя. Забыть о моде и имидже, научиться писать стихи, петь, танцевать и не бояться микрофона. Почувствовать ответственность за кого-то еще, измениться самому и изменить мир вокруг себя.
Знаю, что меня ждут 32 человечка, которым надо сразу с утра уже в сушилку, в гладилку, в душ. И поэтому я понимаю, что если я опоздаю хоть где-нибудь, мы потом просто-напросто убьем день. То есть день у нас вот так вот весь пойдет, потому что минуту-минуту бережет. Какая другая работа может подарить незабываемое мгновение, когда у ребенка в глазах вспыхивают искорки радости и счастья, когда счастье это подарил ему ты. Ты научил его новой игре, победил с ним в каком-нибудь конкурсе. Но самое главное, ты стал для него настоящим другом. 2 августа свой день отмечают российские десантники, элита отечественной армии. Накануне праздника мы встретились с одним из них. На первый взгляд Евгений Теряев – обычный российский парень. Работает водителем в Орленке, строит дом и растит сына. Но за его плечами – боевой опыт в спецназе ВДВ. Во время первой чеченской кампании на своем Урале он высаживал десант и подбирал раненых солдат. Можно сказать, прошел огонь, воду и медные трубы. Ну, пришел в армию, в военкомат. Вот. Нас там собралось человек 40 где-то. Вот. Посадили в кабинет и начали всем рассказывать, кто куда едет служить. Ну, называть мою фамилию. Вот. Я стою и говорят, спецназ, ВДВ. Я как вот стоял, так и сел. Ну, гвардия – это у нас чисто ножи гвардейская бригада. Вот. Поэтому гвардия – это у нас вот, у всех, у каждого была вот такая это. Вот. Ну, тельняшка – это потому, что мы ВДВ. Вот. ВДВ носят все вот такие вот петлички. Вот. Ну, аксельбант я плел сам. Вот. Я работал, значит, водителем. И под Ростовом меня, значит, на КП тормозят товарищи ДПС. Вот. И говорят, в армии служишь? Я говорю, нет, я уже демобилизовался. Он, а почему, говорит, на тебе знаки отличия? Я говорю, потому что я в армии ходил с этими знаками. Вот. Меня, говорю, этих званий никто не лишал. Поэтому, в общем-то, я это, говорю, снимать ничего не буду. И вот едем с прапорщиком вдвоем по трассе. Я говорю, там, говорю, слева стреляют. Вот как бы, говорю, не в нас. Вот. А прапорщик говорит, да нет, говорит, это не слева, это, говорит, справа стреляют. Я смотрю точно и справа. Оказывается, мы, значит, едем по дороге. С одной стороны лесополосы сидят, значит, одни, а с другой другие. И вот они между собой перестреливаются. А мы посередине шпарим вот это на Урале. Ну, правда, метров где-то 500 проехали, пришлось до первой лужи и в радиатор воды заливать, потому что нам тоже досталось неплохо. Вот. И тут же залили опять дальше ходу. Это сейчас, конечно, смешно. Я был счастлив, что я попал в эти войска. Безмерно рад. Вот. Ну, ВДВ это, конечно, как это говорят сейчас, круто. За армией я был, ну так считаю, ну, пацаном был пацаном. Вот. А из армии вернулся мужчиной. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве. До Олимпиады в Греции остались считанные дни. Российские спортсмены проводят последние тренировки на родине. Сборная России по настольному теннису трудится в Туапсинском районе на базе оздоровительного комплекса «Пламя». 8 августа 6 лучших теннисистов страны отправятся в Грецию. За тренировкой олимпийской сборной наблюдала наш корреспондент Анна Рыжонина. В спортивном зале оздоровительного комплекса «Пламя» жарко. От высокой влажности даже ракетка с мячом сцепляется плохо. Но сложные на первый взгляд условия спортсменам олимпийской сборной только на руку. Климатические условия приближенные к Афинам. Поэтому и море рядом, и тепло. То есть максимально приблизили климатические условия к тому месту, где будут проходить Олимпийские игры. Настольный теннис – индивидуальный вид спорта. Поэтому у каждого олимпийца свой собственный график подготовки. Тренер лишь корректирует. На тренировки у спортсменов уходит 3,5 часа в день. На первом этапе сборов самое тяжелое – упражнение на выносливость.
Дмитрий Мазунов – ветеран российской сборной. Ему уже 33. За плечами много побед и две Олимпиады. Стараюсь подготовиться хорошо физически. Хожу в тренажерный зал. С кроссами тут тяжеловато немножко. Горки вверх-вниз. В таком режиме занимаются все спортсмены сборной. Ведь пока российской команде на Олимпийских играх не везло. Лучший результат – попадание в восьмерку лидеров. По словам тренеров, шансы на победу в этом году большие. Но во многом итог зависит от удачной жеребьевки. Наравне с именитыми спортсменами не дает себе поблажек и 14-летний Саша Боровик. Юниору предстоит международный турнир в Сочи. Саша говорит, что совместные тренировки повысят уровень его собственной подготовки. Я как же подружился с ними. Нормальные ребята. Мне нравится с ними общаться. Помогают, объясняют, что не так, что у меня. И с ними, конечно, приятнее тренироваться. Они стабильнее играют. И как бы просто чувствуешь себя как бы увереннее, что вот ты играешь там с участником Олимпийских игр. Счастливая зеленая майка уже принесла Саше много побед. В ней он будет болеть за своих старших товарищей во время Олимпийских игр. Анна Рыжонина, Геннадий Сальников, телекомпания «Орленок ТВ». 30 июля в Управлении информации и связи с общественностью «Орленка» прошло совещание, в ходе которого сотрудники телевидения, газеты и отдела рекламы обсуждали перспективы развития информационных технологий. Откроем секрет. 1 сентября программа «Всем» выйдет в новом формате. Появится новый ряд свежеиспеченных программ. Проблемы информационных технологий в современном обществе и персонификация их решений в коммуникационном поле Всероссийского детского центра «Орленок». Эту проблему обсуждали информационщики центра. С докладом выступил начальник отдела Алексей Малков. По его мнению, формат программы «Всем» и верстка газеты «Всем вместе» нуждаются в обновлении. Специалисты телевидения, газеты, рекламного и копировально-множительного отделов разработали конкретные предложения по изменению информационного пространства «Орленка» и Новомихайловского округа. С 1 сентября телезрители программы «Всем» и читатели газеты будут приятно удивлены. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Желаем всем телезрителям радости, счастья и удачи. Встретимся ровно через неделю в программе «Всем». Точно знаете, из чего состоит колбаса, которую вы едите? Давайте проверим. Мы используем только отборное мясо и специи. Мясо птицекомбинат «Каневской». Не верите? Попробуйте сами.